Всем привет, с вами Елена Смирнова. И я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по нашему проекту 110 карат, который находится в данный момент на предстарте. Значит, кто еще не знает, у меня на другом канале есть несколько видео по этому проекту. А для тех, кто еще не знает, нас интересует вот этот проект номер 4. Единая очередь. Вход $5. Здесь вот эту всю информацию можно почитать. Я не буду уже все зачитывать. Вот предстарт. Значит, есть скайп-чат. Стучитесь ко мне с пометкой 110 карат. Я вас добавлю в рабочий скайп-чат. Как бы вот предстарт, живая очередь. Значит, старт проекта объявлен. Значит, старт 4 программы проекта 110 карат 25.11.18 года в 12.00 по Москве. Рекомендуем заранее пополнить счет для покупок на желаемую сумму инвестиций. В кабинет зайти не менее чем за 5 минут до старта. Так? Потому что мы будем активировать все вручную. Кто быстрее, ну, чем быстрее нажмем кнопочку, тем, естественно, лучше. Правильно? Значит, изучите эту вот проект номер 4. Вот этот нас интересует, предстарт. Значит, я же войду в кабинет. Вход в кабинет по имейлу и паролю. Не по логину, а по имейлу. По электронной почте. И желательно при регистрации указывать почту gmail.com, а не mail и там всякую другую. Значит, я войду в кабинет. Я хочу пополнить, естественно, кабинет. Вот наш кабинет так выглядит. Все по нулям. У меня 16 партнеров уже. Значит, люди, конечно же, идут. Так. Финансы. В кабинете есть чат такой, вот можно тоже общаться. Все по нулям. Так, что еще? Вот наш алмазная четвертая. Вот здесь сейчас зайду, покажу, кто не знает. Вот. За сутки можно купить 3 любых алмаза. Минимальный вход $5. Так. Я вот буду заходить на $5. Так. И здесь появится потом кнопочка, чтобы нажать активировать кабинет. Правильно? Так, значит, и кто быстрее, тем, ну, чем быстрее, тем лучше. Финансы. Итак, заведено проект 0, все по нулям. Так, абонентская плата в проекте $3 каждые 10 дней. Это небольшая сумма. Так. Это очень хорошо, конечно, сделали. Значит, вот, заказать вывод. У меня здесь уже кошелек прописан. Внутренний обмен есть. Мне же нужно пополнить счет для покупок. Значит, вставляю сюда сумму $5. Так, 5.00. Выбираю платежную систему. Perfect, Payr и кошелек какой-то Nix Money. Я Payr. Нажимаю пополнить. Перебрасывает на платежную систему и далее по схеме. Я пополнила кабинет. Теперь у меня написано заведено в проект $5. Выведено по нулям. И преспокойненько буду ждать старта. Так. Ну, в принципе, все. Здесь рекламные материалы. Вот моя структура. Мои партнеры. Вот. Секундочку. Вот. Ну, теперь до старта. Всем нам успехов. И далее будем. Как вот у меня заведено. Вот у меня $5. И преспокойненько будут ждать старта. 25 число. Это у нас будет воскресенье. Сейчас. Вот. Сегодня у нас что? 17.
А 25-е это следует, ну вот на следующей неделе, в воскресенье в 12:00 по Москве. Вот, и желательно заранее быть уже в кабинете, чтобы активировать, как бы, да, алмазный вот этот проект номер 4. Ну, всем удачи, больших заработков, продолжение, естественно, следует. До новых встреч!